Анонс и точная дата выхода финальных 7 и 8 серии нового российского сериала «Теорема Пифагора». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 19 ноября. Описание 7 серии. Ирину допрашивают, требуют признаться, что она сделала с ребенком. Ирина уверяет, что не знает, где Ванечка. Она просит следователей рассмотреть другие версии. Например, похищение с целью выкупа. Вскоре Верещагин действительно получает сообщение о выкупе. Неизвестный требует миллион за жизнь его сына. Следователь Нинашев находит новую улику против Ирины. Описание 8 серии. Когда появляется еще одно требование о выкупе, Верещагин решает не привлекать полицию и действовать самостоятельно. Но раздобыть такую огромную сумму ему негде. Неожиданно Ирина решает помочь бывшему мужу. Однако сделка с похитителями срывается. Деньги исчезают, а Ванечку так и не возвращают. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 19 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.